Маринованные кабачки на зиму – это не просто очередная заготовка, это замечательная закуска, которая в зимний период разлетается в одно мгновение. Кабачки моем и нарезаем на вот такие колечки. Нарезаем чеснок, как вам нравится. Банки я буду использовать литровые. На дно банки укладываем укроп, чеснок, гвоздика по две штучки на банку и черный перец горошком. Дальше плотно укладываем кабачки. В каждую банку кладем по одному лавровому листу. Кабачки укладываем плотно и добавляем еще немного чеснока. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут. Десять минут прошло, сливаем в кастрюлю. Заливаем кабачки второй раз кипятком. Из первой воды готовим маринад. Добавляем сахар, соль. Доводим до кипения и в конце вливаем уксус. Воду из банок сливаем. И сразу заливаем готовым маринадом. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Это очень вкусно. Плотно закручиваем крышками. Переворачиваем и укутываем до полного остывания.